Lexus очень любезно представил нам вот эту великолепную площадку. Также хотели рассказать, почему бренд Lexus участвует в этом проекте, какие автомобили принимают участие в съемках данного фильма. Происходит диалог внутри салона машины, который в это время вытворяет совершенно невероятные вещи. Это два вампира, которые могут это делать левым мизинцем. Присутствовала на первом съемочном дне, и сердце замирало постоянно в процессе съемки.